Егор Борисов подписал указ, которым расширил этические правила служебного поведения и стандарт антикоррупционного поведения государственных служащих республики. Согласно документу, каждый госслужащий и лица, замещающие госдолжности, в листе ознакомления с кодексом этического поведения будут ставить свою подпись под словами «Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия, проявления непренебрежительного тона в адрес граждан и не допускать волокиты в ходе рассмотрения обращений граждан и организаций. За нарушение положений настоящего кодекса несу ответственность», предусмотренную законодательством Российской Федерации. Егор Борисов также внес изменения, согласно которым систематическое нарушение положений кодекса грозит увольнением. Государственный служащий, который приступает к исполнению своих обязанностей, он должен письменно подписать для себя обязательство, что он не будет грубить или он будет, скажем, придерживаться тех требований, которые предъявляется государственным служащим по отношению к простым людям, и, соответственно, он за это несет ответственность и расписывается. Тогда в этом случае, когда обнаруживается или с точки зрения обращений граждан, которые обращаются с замечаниями, предложениями или жалобами, или какие-то факты подтверждаются, то мы автоматически на основе этого документа можем принимать меры воздействия, меры взыскания, вплоть до увольнения. Я думаю, что этот момент даст все-таки возможность резко получить ответственность государственных чиновников.